Так, вроде никого не было. Петелька стоит, калина висит. Ну вот здесь вот мы и заночуем. Здорово, бродяги, любители активного отдыха. Наконец-то я смог выбраться в зимний в поход. Сегодня у меня, друзья, будет поход с ночевкой. Вот, будем ночевать, друзья, вот в таком вот. Я себе уже сделал вот такой вот лагерь. Это мое спальное место на сегодня. И хотел бы, друзья, выразить всем вам огромную благодарность. Все, кто участвовал в донатах на сбор, друзья, вот такого вот замечательного повербанка. Вот только, друзья, с вашей помощью, с вашей поддержкой я себе смог приобрести данный повербанк. Повербанк, друзья, я себе взял Hyper на 30 тысяч матч. Вот, я уже благодарил вас и хочу, друзья, еще раз вам всем сказать огромнейшее спасибо. Друзья, если бы не вы, я бы себе повербанк купить пока бы не смог. Я бы его купил, конечно, но только маленько позже. И вот только, друзья, только с вашей поддержкой я сейчас смогу выбираться почаще в походы, почаще ходить в походы с ночевочкой, ходить на какие-то экстремальные авантюры, друзья. Вот. Повербан, друзья, тяжеленький, даже, я думаю, можно убить им человека. Он реально, друзья, увесистый, он весит где-то 480 грамм, то есть полкилограмма где-то. Вот. Ну, у меня, ребят, у меня гаджетов много, у меня и две камеры, телефон, планшет, в общем, там какие-то беспроводные наушники, потом петлички, в общем, это все нужно заряжать, друзья, это все требует очень много дополнительной энергии. И моя солнечная панель, конечно, сейчас в зимний период с этим, друзья, не справляется. Вот. И поэтому, друзья, всем огромнейшее спасибо, друзья. Всем спасибо за поддержку. Спасибо, что смотрите мои видео, друзья. Сейчас будет, наступает, ребят, зима. Сейчас будут еще хлеще зимние авантюры, зимние походы, друзья. Ну а при поступлении весны, друзья, мы с вами займемся строительством земляночки. Вот. Ну а пока что я не успел, конечно, это все организовать. Не успел я все это достроить, потому что мне нужно еще будет докупить кое-какие инструменты. Это все, друзья, требует денег, требует каких-то вложений. Вот, и поэтому я пока это все осуществить, друзья, не смог.
Вот. Ну а сегодня, еще раз говорю, мы с вами в походе с ночевочкой, будем слушать пение птиц, будем слушать, смотреть на костер ночной. Ну и, в общем-то, друзья, отдыхать будем с душой сегодня с вами. Так что, друзья, остаемся у меня на канале, не переключаемся, я думаю, вам понравится. Ну а сейчас, ребят, я иду заготавливать дрова, потому что время уже поздно, время 2 часа дня, у нас темняется рано, стемнеет где-то в начале 6 уже, и ночка будет длинная. Конечно же, я взял с собой фонарь, фонарь сегодня буду вешать на вот этот вот строп, натянул строп, в общем, разбил тент, постелил коврик, постелил себе спальный мешок. Думаю, замерзнуть я не должен. Сегодня на улице у нас днем светит солнышко. Обещают где-то до минус 10 ночью. Ну а на утро посмотрел, на утро уже где-то ближе к обеду пойдет мокрый снег. Топор, друзья, я свой потерял. Не помню, где оставил, но где-то в лесу он у меня, в общем, выпал. Вот, сегодня у меня с собой одна ножовочка, поэтому готовить дрова будем ей. Следопытовская, друзья, вот такая вот ножовка. Поэтому сейчас сходим маленько, прогуляемся по лесу, заготовим немного сушняка. Ну и будем ночевать, конечно, мы сегодня с надьей. Думаю, все из вас знают костер надья. На ночь, я думаю, придется свалить вот эту вот сухую одну елочку и свалить одну, скорее всего, березку сырую, вон ту, вон тоненькую. Большую не буду валить, свалю тоненькую. Вот такой вот, ребята, у нас лес уже. Лес потихоньку уходит в зимнюю спячку. Вот, ну еще... Морозов таких сильных нет, поэтому на улице еще тепло. Не знаю, как будет ночью. Это у меня, ребят, будет первая моя зимняя ночь. Ножовочка пилит отлично. Но кое-какие усилия все равно прилагать нужно. Вот, все это ветки тоже с собой заберем. Вот, сейчас мы ее свалим, вот эту вот сушинку. Пилить, не знаю, придется, наверное, долго. Все, пошла, походу. Ну, вот так вот мы ее с вами сломали, уронили. В общем, сейчас будем отпиливать ветки и потом распиливать по частям уже. Так, сейчас унесем ветки. Ветки нам тоже пригодятся. Вот. Фонарик. Вот сюда его повешу. Будет светить ночью. Ну и по нашей традиции, друзья, сейчас первым делом разведем костер, вскипятим вкусный таежный чай и продолжим дальше заготавливать дрова. Потому что ночка длинная. Сейчас под наш чайничек спилим рогатулинку, вот такую вот одну. Под котелок, да под чай. Во. Вот так вот. Думаю, пойдет. Мне жарко стало. Решил снять курточку. С дровами натаскался маленько. Да, с этой, с распиловкой. Поэтому стало жарко. Тут у меня вот такой чайничек, который я всегда беру с собой в поход. От Розы Ветров, кстати, если кому интересно. Тут
Сахарок у меня сразу заварочка. Что-то я заварочки пожалел. Мало взял. Однако. Ну, сейчас сразу зальем водичкой. И разожгем костерчик. Сразу, наверное, полный сделаю, чтобы по несколько раз не кипятить. Разогрел, да и все его. Во. Вот так вот, ребят. Пойдет. Это накроем пока. Во. И все дела. Вот и все. Сейчас подожгем наше костровище. Что-то он у меня, ребят, по-моему, сильно низко, что ли. Его бы вот так вот поднять. Вот так как-нибудь. Во. Эту сюда вот поставить. Вот так вот. Думаю, нормально будет. А то что-то и костер негде разжечь. Дров, как я понял, здесь много. В этом леску. Нахожусь, ребят, в глуши. Поэтому буду жечь костер всю ночь, чтобы всякие звери не подошли. Потому что сплю не в избушке, не в землянке, а прям под открытым небом, под тентом, ребят. У меня сегодня эксперимент будет первый такой. Под открытым небом. Первая ночь зимняя. Так, взял с собой спички. Ага, надежно эти спички. О, все, пошла. Два коробка с собой взял. Потому что знал, что один кончится. Поэтому запас всегда должен быть спичек с собой. Но если спичек нет, есть огниво, ребят. С открывашкой. Вот, на всякий случай. Ну все, вроде костер горит. Костер схватился с одной спички. Можно сказать. Сейчас только успевай подкладывать. Дровожор еще тот. О, а что может быть приятней, как звук костра, ребята, на природе. Сейчас уже, наверное, скоро закипит. Ладно, много подкидывать не буду. Дрова сжигай. Вот такой вот костер, ребят. Разжег. Так, ну не прошло и минуты, ребят. Закипел наш чайник. Бурлит вовсю. Сейчас мы его аккуратно снимем. О, как хлещет. Ой, сразу запарим сюда наш чаечек. Ровно где-то с минуту он у меня стоял и закипел. Вот. Прям сразу, наверное. Не, все пакетики много. Три пакетика, наверное, опущу сюда. Вот так вот. Два пакетика оставлю. Так, сахарок у меня есть. Чаечек сюда. О, потом веточку еще сюда кинем. Пихтовую. Чтобы эфир, с эфирными маслами вкуснее будет. Здесь вот его у костра поставим. Пусть настаивается. Наш чаечек. О, чтобы не закипел
И сейчас пойдем попьем чайка и пойдем заготавливать дровишки. А потом уже ближе к ночи уже, ребята, уже с вами сготовим покушать. Готовить буду, не знаю еще что. Скорее всего, гороховую кашу с тушенкой. Ну или и картошечки на утро пожарим. Взял с собой сегодня немного гороха. Кружку. Сейчас покажу, друзья, что я с собой взял сегодня. Картошки взял. Вот у меня тут 4 картошки, лук. В общем, тут у меня в котелке ветчина вот такая вот, друзья. Не знаю, что за ветчина. Великоузкий комбинат какой-то. Великие луки какие-то, Псковская область. Будем пробовать. Даже не знаю, что в ней. Никогда не брал, решил спробовать. На пробу. Вот. Потом вот подсолнечное масло немножко. Хлебушка и горох, ребята. Будем готовить гороховую кашу. Давно я ее не ел. Я ее очень люблю, друзья. Вот, поэтому решил вот такой вот обед сегодня с собой взять. Ужин, можно сказать, на вечер. Так, думаю, закинуть вот эту сухую надо черемуху. Оба. Полетела куда-то. Отломилась. Пока костер горит, надо подкинуть, чтоб не потухло. С мою переломим, поди. Во. Вот так вот. А потом к вечеру надью сделаем, ближе к вечеру. Темняться начнет. Сейчас сходим, березку распилим. И надья будет. Ну, сейчас выпьем чаечек. О, чаечек запарился. Крутой. Чефир, можно сказать, ребята, получился у нас сегодня. О. У нас уже садится, друзья, скоро будет солнышко. Начнет холодать. Надо будет одевать курточку, а то коронавирус гуляет, друзья. Но я надеюсь, что в лесу его нет. Заболеть я им не должен. Вот, вот такой вот у нас лес. Красота такая, небо, ребят, чистое-чистое. Но с утра все равно обещают какой-то снег мокрый. Вот, сейчас идем спилим березку. Какую-нибудь тоненькую. Под надью сделай. Вон еще, смотрите, ребят, еще зеленые даже листья. Остались. Уже их и морозом било, и снегом засыпало. Следы вон какие-то. Бельчи, наверное, старые-старые. Вот. Вот такая вот у нас, ребят, тайга тут. Вон, видите, следы. Лиса, наверное, ходила, бродила. Мышкует, скорее всего. Сейчас, может, вот этот столбик попробую уронить. Не знаю, он подастся, не подастся. О! Вот и дрова, и пилить, друзья, не надо. Сухостой. Наломал, да и все. И вот эту вот можно уронить, вот эту сухую. Ну, местечко, конечно, я себе выбрал, друзья, замечательное. Тут вот сосничок такой, а здесь прям такая аллейка из елочек, из маленьких. А вот тут вот спальное место, говорю, прям такое замечательное место. Посмотрим, что ночью будет. Тут вот рюкзак.
повешал, чтобы мыши не погрызли мне рюкзачок. Там он еще, он столбик один стоит. Ну ладно, столбики успеем еще. Сейчас пока светло, надо наготовить сырых дровишек. Так, сейчас пока замочим горох наш, чтобы быстрее варился. О, вот так вот. Мешочек надо в огонь. Он сейчас быстрее сварится у нас. Маленько его зальем. Вот так вот. И пускай стоит. О. Сейчас подвешаем горох наш, пусть маленько томится, варится, а то сейчас у нас уже солнышко закатывается, скоро сумерки начнутся, темно будет уже, придется фонарик, наверное, включать, но пока еще видно, но уже скоро спрячется. Вон уже пошло куда. Вниз за гору уходит. А в лесу всегда темнеет рано из-за деревьев. Так, пока наша горошница там варится, кашка. Сейчас почистим картошечки. Тоже пожарим. Кипит наш горошек. Все варится, ребята. Вот не люблю горох варить, он вот так вот убегает, зараза такая. Картошку быстро нашинкуем. Сейчас уже у нас стемнеет, ребят, через часик, наверное. Будет темно, поэтому надо успеть пожарить. Что-то у меня тут огонь раздухарился, ребята. Надо куда-то его пока в сторонку. Мне сильный огонь-то не надо. Пламя, чтобы было. Чтобы просто вот так вот жарилось. Походу надо водички подлить. Густое что-то у меня там получается. О, подольем сейчас воды. Посолить еще надо будет. Не забыть. Ой-ой-ой, что-то же. Пламя большое, жар большой. Что, ребят, пора одеваться, наверное, а то меня продует, блин. Вон уже солнышко где. Уже уходит за гору потихоньку. Ну, в принципе, что мне волноваться. Спальное место готово, фонарик готов. Все готово. О, сейчас прям нормально. Теплее будет. Эх,
как обычно, не поваляешь, не поешь. Ничего, много не выпадет. Мы посолим. Главное не пересолить. Вот я в последнее время стал пересаливать, ребята. Не к добру это что-то. Друзья, смотрите, какая картошечка. С моими любимыми поджарками. Золотистая. Что-то ее все меньше и меньше становится. Ужаривается, зараза. О! Сейчас мы ее подшерудим вот так вот. Перевернем. И еще раз ее пожарим. Потому что снизу она уже готовая, а сверху еще как бы нет. Она тоже уже, в принципе, мягкая, но надо еще ее маленько под это вот поджарить. Ну что, друзья, настает час пик. Пора заглянуть в нашу консервную банку, потому что это у меня единственное на сегодня мясо, которое у меня есть. Свинина 84%, вода питьевая, соль поваренная, перец черный натуральный молотый, лист лавровый и все. Ну, сейчас мы заценим, какой тут свинина 84%. Ни разу не брал, ребят. Сейчас посмотрим, что нас тут ждет. Вроде пахнет, как свининой. Вроде не шкурами пахнет, не хвостами. Что тут? Вроде как целая банка мяса, ребят. Рубленная должна быть ветчина. Ну вот видим, да? Видим ломтики мяса. Ага. Значит, нас не обманули. Ну, конечно, желатин есть. Прям свининка. Значит, стоит такую еще брать. Я думал, как обычно, ребят, жилы да хвосты тут будут. Или кожа обычно. Ну, вроде кушать можно. Сейчас разогреем, еще посмотрим, что от нее останется. Где-то собаки что ли лают? Не могу понять. О, уже, друзья, что-то похоже на гороховую кашу, короче. Не знаю, варил не впервой, но в лесу впервой. В общем, сейчас посмотрим, что у нас будет. Картошечка с тушенкой уже готова. Сейчас, ребят, можно присаживаться к столу. Тут уже сделал такой небольшой столик. Примитивный. Сейчас надо еще одну, наверное, принести. Потолще. Вот эту вот. От Комеля, наверное, возьму. Такая вот получилась у нас лялька. Картошечка прям. Пальчики оближешь, ребята. Аппетитная. Сейчас пробую. Вкуснотища. Походу, меня сегодня ждет, ребята, ночь, тайга, дикие звери. Что-то там где-то кто-то лает. Непонятно. Ну, ничего страшного. Первая ночка всегда такая. С непривычки. Ночую. Первый раз. Первая зимняя ночка у меня сегодня будет. Замерзнуть не должен. Хоть бы снег бы такой обильный не пошел. Тут вот. Под тентом-то меня завалит, я думаю, снегом, если такой обильными хлопьями будет валить. Меня может, друзья, засыпать. И не спасет тент маленький. Ребят, еще небольшой лайфхак.
как есть в лесу. Палочки вот такие вот. С черемухи, видите, ребят? Обрезал, согнул. И можно кушать, как будто ты находишься, ребят, в Китае. Милое дело. Также, ребят, мяско. На заметку. Небо розовое, видать, мороз, что ли, будет заморозок, наверное, сегодня. Вон видим, да, ребят? Так, я тут нашел, ребят, немного калинки. Сейчас, думаю, пока еще не совсем стемнело, надо восстановить петельку на рябчика. Вот. Это будет дело. Сейчас сломаем веточки. Вот так вот. И восстановим петельки на рябчик. Вот еще одну сейчас обломаем. Все равно обклюют ее птицы. У нас, походу, нынче, ребят, будет самая страшная зима. Потому что снегу навалило много сперва. Медведи улеглись спать. А сейчас идет какая-то оттепель. И то есть, если идет оттепель, могут появиться шатуны. А медведь-шатун, ребят, это самое страшное, что может быть в тайге зимой. Потому что он улегся спать, и уже, если будет капать в берегу вода, то он обязательно встанет. В любом случае. Так, ну вот, подошел к петле. Сейчас быстренько установим. Может, какой-нибудь шальной залетит на днях. Вот так вот калинку подвешаем. Может, правда, кто-то и будет. Кто-то там уже что-то где-то пахает, не могу понять. Вот так вот. И саму петельку установим. Она была задушена. Вот так вот. Самый раз. Ну вот, ребят, петелька установлена. Вот так вот все это делается быстро и просто, ребят. Вешаем калинку, загибаем, перевязываем палкой. Когда рябчик попадает, то есть он потом переворачивается и находится уже в петельке. Вот. На сосне, ребят, дятел, он работает. На сломанной, вон на макушке. У меня экшн-камера не приближает. Он стучит. Черный, черно с белым такой дятел. Не знаю, видно вам, нет? Не знаю, видно, нет? Вон дятел надалбливает. А ему пофигу. Он своим делом занят. Клюв себе раздалбливает. Вместе с сосной. Вон, видите, да, ребят? Вроде недалеко. Но я постараюсь приблизить потом в монтажке. Вот так вот он работает. Наш сибирский черный дятел. Ох, ну вот мы и на стояночке, на нашей. Дров, в принципе, должно хватить. Стемнеет, пожгем, да и баиньки до утра уже ляжем
Так, что у меня тут с кашей-то? Я уже про кашу-то забыл. Пока ходил, петли ставил. Надо и тушенку, блин, не убрал. Зараза. Хоть никого не было. Во. Уже горошница наша настоящая готова. Не знаю, видно, уже темняется. Что-то там пригорело, что ли. Она вечно такая. Ее как варить, потом замучаешься котелки отмывать. Ладно, пусть еще маленько потомится. И можно будет кушать уже. Ну вот, друзья, у нас уже стемнело. Сейчас скоро будем заряжать. Включать фонарик, заряжать батарейки. Что-то у нас тут. Сейчас посмотрим по батарейкам, что у нас. О, отлично. Нормально прям. Главное, чтобы костер был. Дров много. Наготовил веток на всякий случай. Бревен напилил. Тут спать буду. В общем, нормально вроде. Эх, как хорошо у ночного костра-то сидеть. Давно не сидел. Все как вспомнишь, ночной костер щелкает, трещит, дымит. Ой, ребята, одна благодать просто. Чего он звезды появляются на небе? Значит, погодка еще будет стоять. Дай бог, чтоб постояла хотя бы маленько еще. Что-то не к добру какой-то ветерок подул. Мне бы тут нежелательно ветра, а то у меня тут сухостой стоит, сухие деревья стоят. А то как все вспыхнет. А сейчас надью сделаю. Посидим маленько, да будем укладываться, спать. Так, сейчас закинем мы вот это бревешко. Во. Потом еще одно. И сверху уже последнее бревно закинем. И пусть она до утра кшает. Так, вот это вот сюда надо закинуть, нам положить. Во. И одно посередине сейчас забабахаем. Так, так. И одно вот так вот. Вот и надья у нас вышла. Вот сейчас она схватится, разожжется и нормально будет. О, ребят, как пошла надья наша шебурчать. Это уже радует, хоть схватилась. Не надо берестой распаливать. Ну, вроде нормально. Так, у меня тут ничего не сгорит, тент не сгорит. Спальник не должен искры. Лишь бы ветра в мою сторону не было. Хотя ветер весь дует вниз. Ну вот, нормально. О, какое ветрище. Сам аж раздувает. Не ожидал, что он так схватится. Быстро. Какой-то ветер южный дует. Поэтому так быстро схватилось. Такой ветерок такой сильный дует. Мне бы он нафиг нужен был. Пошел контакт. Хорошо, ребята. Здорово. Сейчас почаще буду выбираться. Походы с ночевкой. Тут как-то даже уже и отвык. Все в дневные походы. В ночные тоже надо иногда отдыхать в лесу. Наслаждаться звездами, наслаждаться костром. Наслаждаться, друзья, пением птиц. Ну, сейчас хотя птицы поют редко уже, они сами, ребят, уже уходят в зимнюю спячку. О, как разгорается. Дерево смоленистое, ребята. Что у меня тут со спальником? Нормально, нормально. Пойдет.
Да, небо звездное, значит, погодка, ребят, будет стоять. Лишь бы не было такого сильного. Что там лает где-то? Что-то внизу где-то кто-то лает. Собаки какие-то, что ли? Костер. Все отлично, друзья. Прям душа аж, ребят, радуется. Душа открылась полностью, можно сказать, в ночном лесу. У ночного костра. Ну-ка, сейчас мы заценим наше спальное место. Че там ковырь? Нормально, никуда не сползет. Вроде не должен. Вот так вот я и буду валяться. Любоваться ночным костром. О, друзья, милое дело. Прям кайф. Еду у меня тут никто не должен утащить. Тушенку накрыл. Кашу гороховую накрыл. Там у меня чай. Хлеб. Если что, ночью встану, перекушу. Если будет сильно кушать охота. Вроде нормально. Жизнь прекрасна, ребят. Душа отдыхает, тело отдыхает. Можно сказать, тело отдыхает. А душа наслаждается ночным костром. О, как затрещало. Включил фонарик там вон. Освещение у меня под тентом. Тут что-то маленько пошерудить его надо. Чтобы полностью схватился. Вся надея. Горит нормально, в принципе. До утра должно хватить. Вот сейчас маленько подсохнем. Надо еще сапоги будут подсушить, носки, чтобы сухому спать ложиться. Хотя я с собой сменку взял, в принципе. Нормально, не должны ноги подогнуть. Ребят, ладно, сиди, не сиди. А спать все равно когда-то надо. Буду потихоньку закладываться. У меня вот, ребят, такой вот овечий, из овечьей шерсти спальник. В общем, минус 30 где-то он выдерживает. Судя, если производителю верить. Производитель «Северный путь», сделан в России. В общем, буду потихоньку залазить. Поваляюсь маленько, может, засну. Что-то там не залазит, что-то у меня. Опа! Во! Ребята, это кайф. Что там, ветрище какое-то начинается. Мне не нужен ветер. Во! Ну, ребята, как-то так, наверное. О. Ребят, все. Утром, наверное, включусь. Или ночью. Если что-то будет. Ладно, что, ребят. Спокойной ночи. Всем до утра. Костер горит нормально. Буду потихоньку тимарить. Как сказать, спать-то первую ночку-то как-то не знаю. Но покимарить надо. Одним ухом, глазом буду чувствовать, а другим спать. Ну, ребята, доброе утро. Ну что, ребят, если я проснулся, это уже радует. Это может не радовать. Потому что всю ночь, друзья, тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв. Где-то как началось, где-то, наверное, с вечера. И
Не знаю, такое ощущение, казалось, что по мне пробежит либо лиса, либо медведь с собаками. Это, друзья, это реально первая ночь какая-то кошмарная. Только заснешь, вроде закимаришь, одно ухо слышит где-то тут, а где-то вот вдалеке прям вот тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв. Вообще ничего понять не мог, кто это, блин. Фонариком посветил вокруг, вроде глаза не светятся, ничьи глаза, не пойму. У нас, друзья, какая-то оттепель стоит. Такое ощущение, что наступает весна. Весна приходит к нам, а не зима. Ладно, что, будем вставать. Еще что-то с дерева упало прям в костер. Снег. Но снег падал в костер. С елки, наверное. Слышу, бабах, как что-то загремело. Я аж испугался. Подскочил, блин. Ладно, что. Будем вставать. Потихоньку разводить костер, кипятить чай. Вот так вот, ребята, у меня с Надьей, что от Нади осталось. В общем, практически все и осталось. Сливало, видать, снег упал в костер. Запалил костерчик. Благо, хоть ветки вчера забрал с собой. Прям веточками с первого раза разжег. Они сухие ветки. Вот так вот сейчас буду подкидывать. Ой, блин, вот эта ночка была так ночка. Вот сейчас горяченький чаечек, ребята. Супничка надо бахнуть. Хоть тушенку мою не сожрать. С горяченького чайку попьем. Так, что у нас тут с кашкой? О, кашка нормальная, сейчас разогреем, поедим, позавтракаем. Вкуснотища. А здесь, ребят, вчера еще был снег за ночь. Вот столько вот растаяло снега. В общем, появились проталины. Я говорю, такое ощущение, что наступает не зима, а весна приходит. Вот так вот все порастаяло. Вчера, помню, ходил по снегу здесь. Ладно, что, сейчас пью еще раз чаечек. Догорает костерчик, складываю, ребят, сворачиваю лагерь, ну и отправляюсь домой. Ну все, друзья мои, собрал свой лагерь, отправляюсь домой. Если кто еще не подписался на мой канал, то обязательно подписывайтесь.
Не забываем лайки, антилайки, друзья. Все стандартно, вам не сложно, мне будет приятно. И, друзья, увидимся уже в походе. До скорых встреч!